Здравствуйте, друзья. Всем привет. Гора с горой не сходится, а вот Лера с нами встретилась в первый же день. Я думал, она тут отоспится, там отгуляется, в понедельник где-нибудь появится. Значит, у вас водка с собой. Да, да, подарок. Так, ну-ка покажите, как выглядит водка. У вас какой-то еще спортивный напиток там. Да, это камбуча, так. Приобретенная в местном магазине. Так, а вот. В Москве есть камбуча? У нас гриб передается, да, в банках таких трехлитровых. А, это то же самое практически. Ну да, да, да. Так, водку достает. Да не надо доставать, что мы пить будем, что ли? Красивая просто. Или вы на ней гравировку сделали, там красиво. На ней вот есть белуга, да. Ну так, ну, то есть, ну, икорку надо отдельно к ней. Да, наверное, да. Так, ну давай, закрывайте бутылку, она красивая. В Москве, наверное, сейчас много разных водок. Честно, не знаю. Я вообще не специализируюсь. А, может быть, вы виски, вы что нет, пьете? Нет, нет, я вообще такая. Так, особо не пью алкоголь. Хорошо, пойдемте пью. Поставим ко мне на стол. Да. Значит, у нас Валерия, она алкоголь не пьет, а зато она бегает марафоны. Ну. Самый большой забег у нее произошел вчера, значит, когда она из Москвы, да, в Калифорнию. Да. Так. Нет, но я очень хочу к полумарафону подготовиться, прям это такая цель. Какой марафон? К полумарафону. Это где? А, ну, я где-нибудь зарегистрируюсь на какой-нибудь полумарафон, вот, возможно, Сан-Франциско. Угу. У нас тут бегает народ. Да, да, и вот там 21-100, по-моему. Понял. Станция, вот, в общем, ну, готовится. Вы получше сейчас выглядите, чем когда с дороги, что неудивительно. Ну, конечно, так. Я немножко все-таки поспала. Пойдемте, я вас буду знакомить. Ну, вы немного поспали-то, да, сколько? 2 часа я поспала, а потом я так уже... Кимарила. Все, да. Вот это учительская наша, смотрите, заходите. Это наша учительская. Вот тот столик у окошка, смотрите. Вот тот столик. Ну, садитесь, мы будем смотреть, как вы сидите на рабочем месте. Там у вас почему-то 2 стульчика. Ну, кто-нибудь придет с вами поговорить? Да. А вы так раз, ибо на 1 стульчик, а себя на другой. Вот, пожалуйста, у вас уже мониторище такой. Да. Таких, как вы, туда можно 3 поместить. Мечта осуществилась. Так, вот смотрим. Ну, ничего на нем нет, конечно. Да. Клавиатурка. Вот, вот тут будете у нас сидеть отсюда. Вот мы будем вас показывать нашим зрителям периодически, маме. Да, мама да. Что говорит с мамой? Мама рада очень. Она видела прям... наше видео? Да, да, посмотрела так. Уже. Но не говорит, замучила девочку мою замуж. Да, нет. Она там наоборот говорит, что я прям очень свеженькая. Один уже влюбился. Говорит, ангел, и все будет. Вот. Ну, может быть. Да, пошли гулять по офису. Сейчас будем вас со всеми знакомить. Так, вы в таком спортивном, я смотрю, да, тут кроссовочки. Да. Так, прям калифорнийская девочка. Так, Лена, смотрите, кто у нас есть. Очень приятно, я Лена. Приятно. Вы знаете нашу Лену? Да. Может быть, вам шапку выдать какую-нибудь красивую? Давай. Какая вам, какая на вас смотрит, скажите? Вот какую вы хотите шапку? Даже не знаю, у меня еще есть ковбойские. Хотите? Давайте ковбойскую, да. Так, ну есть вот такая маленькая. А и знаете что? У меня есть черная ковбойская. Открывайте вот тут. Открывайте. Значит, во-первых, наверху есть вот это вот. Да. Ну-ка давайте что-то. А их там 2. А, вот вам отлично. Вот вам 2 черные шляпы. Вот это с красивым каким-то. С золотишком, да. Хотите. Ну-ка давайте. Так. Так. Не, ну. Нет, ну. Вперед так. Да, вот это. Вперед. Так, идите к зеркалу. Нет, не вперед. Идите к зеркалу. Вы в ней похожи на незнайку. Так, вы ее так надели на затылок и стали похожи на незнайку. Так, давайте вот так. Да. Вот. Вот так, да. Понимаете, что она, наверное, великовата. Великовата, да. Ну, хорошо. Ну, к черненькому идет. Так, что у нас тут есть? Это у нас тут административная. Софии сегодня нет, она в пятницу из дома работает. Так, кто у нас есть? Вот, у нас еще Лена. Вы знаете нашу новую, так сказать, сотрудницу? Да, да, мы уже познакомились. Мы уже познакомились. Да, есть такое. Да. Ну, видели видео, как мы ее встречали? Нет, не ночью. Успели. Не успели еще. Ну ничего, посмотрите. Так, а кто же у нас есть в офисе-то? Жанна где? Урок ведет? У Жанны клиренс. А, клиренс. Да. Ну пошли смотреть на клиренс. Пойдем. Сейчас так направо сворачиваем. Вот та дверь, в ней происходит клиренс. Сейчас мы Жанну позовем. Давайте позовем Жанну и ошарашим. Прячьтесь. Жанна,
На секундочку. На секундочку. Сходи, сходи. Жанна, мы тебя сейчас ошарашим. Повернись. Здравствуйте. Это Лера. Здравствуйте, это, Лера. Да, будет у нас вот педагогом. Мы ее только привезли. Welcome to the team. Вот. Меня зовут Жанна. Валерия. Все. Вот это, можно сказать, твоя румейтка, так сказать, по офису. Yes. Yes. А что ты? А вы? Надо так, yes. Это наш студент. Да, а почему вы вместе? А так он ее привез. Я помогаю, да, перемещаться. Да, я пока без машины, даже без велосипеда. И без лошади. Вчера в аэропорту брали в аэропорту Сан-Франциско. Почем дают? Бесценная. Бесценная. Вот это ответ правильный. Все, Жанна, вернись. Но пасаран. Кучей. Welcome to the team. Да. А когда говорят «но пасаран», вы отвечаете «Ротфронт». Ротфронт. Да, все. Так, ну что, а уроки какие-то есть сейчас? Знаете что, может быть, у меня сзади за спиной урок? Ну-ка, сейчас смотрим, тут урок есть? Нет, нету урока. Так, ну-ка, вот идите вот туда, на стул. Сейчас посмотрим, как вы смотритесь в классе, как педагог. А я уйду в дальний. Шляпку? Ну, можете снять. Да. Сейчас посмотрим. Друзья, смотрите, как смотрится педагог на учительском этом, как сказать, подиуме, не под, ну, или там кафедрой, вот этот вот. Вот сидит сиротливо в пустом классе пока. Хорошо, ведь как, смотрится неплохо, мне кажется, нормально смотрится. Фотогенично. Пошли посмотрим, у нас еще класс есть. Вот, друзья, другой класс. Тоже сегодня уроков нет. Группа закончилась. Вот следующая начинает. Двигайтесь тоже на рабочее место. Вот сейчас будем снимать на рабочем месте. У нас одна группа началась вчера вечером. Вот я урок провел до 11 вечера, а потом вот мы поехали за Валерией. А еще одна группа начнется 13 числа. И, то есть буквально там меньше двух недель осталось. А еще одна группа тоже в июне три группы у нас, где-то там в 20-х числах. Анечка, значит, вот смотрим, как вписывается педагог вот в environment. Вписывается прекрасно. Так, хорошо. Вот здесь мы проводим линейки. Провода лишние вот там. Ты знаешь, эти провода там очень давно, и сказать по правде даже, я не знаю зачем. Я только что обратила на них внимание. Правда? Нет, они так давно, что уже все привыкли. Вот. Может быть, они не... Действительно, провода как-то вам не идут. Вот вы видите, друзья, решили покормить девочку. А что я голодный-то ходить, правда? Вот. Как, Наташ, узнается? Вы же в скайпе беседовали, правда? Та же девочка, нам не подменили? Нет, все так, в одном. Анна Леонидовна, встаньте, пожалуйста, рядом. Мы... Там вы сейчас мою шутку будете продавать. Да, мы будем вашу шутку продавать, а? Да, значит, да. Вот Анна Леонидовна говорит, Валерия, она говорит, когда я пришла в этот офис, я тоже была такая же худенькая. Вот. Я буду бегать. Правильно, я скажу больше. Каждая сосиска лишний километр. Там, ну там, чего, вкусненького. А у нас же торты. Вот, знаете, как-то так получилось, что со вчера у нас еще вот тут и клубничный тортик. Я вам весь не покажу, покажу кусочек. Это нечего показывать, вот. Не съели буквально. Ну, как съели, когда еще есть. В общем, Валерия, я не буду вас смущать. Кушайте на здоровье. Пюрешечка. Вот, еще пюрешечка покажу. Откуда пюрешечка-то? Было. В общем, рисок. Откуда рис? Я вообще поражаюсь. Откуда в офисе столько еды, друзья? Вперед!